Смотри, какой прикол. Значит, я тут этого мальчика, он же у меня тут горит, и я его тестирую для того, чтобы он там хорошо работал, короче, когда будет в баре висеть. Я вот тут его натренировал делать такую штуку. Я вот ему говорю, например: «Эй, мальчик, а ну, потухни!» Так, почему-то он не хочет. Так, мальчик, потухни! Потухни. О, потух. Значит, сейчас будем тренироваться. Мальчик, зажгись. О, зажегся. Какой красивый. Значит, смотри, опять. Смотри, опять. Мальчик, потухни. О, потух, молодец. Мальчик, зажгись. Зажегся. Молодец. Значит, лечь, встать. Мальчик, лечь. Встать. Ах, это он не может. Ну хорошо, что хоть он тухнуть может по команде. Мальчик, затухни. Мальчик, зажгись. Ну, какой красивый. Молодец. Все. Завтра повезем в бар его. Ах, как круто быть мной. Красота. С ума сойти.